результаты, объективная оценка будет дана всем в рамках этого уголовного дела. И не только в рамках этого дела. И относительно Гаджаев, которого мы сегодня вспоминали, который приходил, стрелял, там тоже проводится отдельно проверка сотрудниками управления внутренних дел. Сегодня будет возбуждено уголовное дело, тоже будет дана правовая оценка. И тому человеку, который нанес ему вред, нанеся удар по этому. При всех этих... Все верно, все правильно. Все правильно. Все правильно. Конечно, именно мы так, если мы говорим о том, чтобы... Будем были установлены все объективные причины. Так пистолет у человека забрать, если мы будем проводить. А то, что сотрудники милиции проводят... Послушайте, дайте им возможность провести все мероприятия, а потом будем судить уже. Вот подождите, Рауль Валерьевич. Вот тот, кто ему голову разбил, вы его лучше поощрите как-то, что он смог отреагировать, чтобы этот человек не убил кого-то. А вы знаете, на каком этапе обстоятельстве? Я видел на каком этапе. Я видел, я стоял. Тогда дадите указания, дадите. Вы будете давать оценку сотрудникам, которые допустили на процессуальный действие перестрел Иванович, дайте, опять вы начинаете. Я хочу, у нас и гости могут что-то сказать. Есть критика, я не хочу к ней возвращаться, пока я говорил никуда, что там кто-то прокуратуре не доверяет, со стороны граждан. Да. Это лично, это его мнение, или это специально так говорят, или создают такую ситуацию вокруг прокуратуры, но это пусть будет на совести тех людей, кто это делает умышленно или не умышленно. Пусть на вашей совести тоже будет. Да, но я хочу напомнить, один вопрос хочу напомнить, когда в феврале месяце нас сюда приглашали по делу республиканской больницы. Ты зачем это сказал? Нет, я хочу просто прокомментировать эту ситуацию. А ее вспоминали, эту ситуацию? Тогда нам говорили мне лично, что я незаконно отменил постановление и незаконно возбудил уголовное дело в отношении врачей, главного врача и заместителя. После этого прошло полгода. Было несколько жалоб на наши решения прокурорские, и ни одна жалоба не нашла своего подтверждения. Более того, тогда нам говорили представителям прокуратуры здесь, депутаты присутствующие, что у нас нет достаточных доказательств и не было повода и основания для... возбуждения дела. Что мы поспешно принимали решение. Это были слова депутата, который здесь присутствует, я цитирую это. Да. А сегодня я вам хочу сказать. Я не отказываюсь, даже да. Было. Да. А сегодня я вам хочу сказать следующее. А сегодня мы завершаем это уголовное дело успешно, со всеми доказательствами. Вы увидите, какая оценка будет. Я вас прошу, минута, еще вопросы не минута.